Привет! Сегодня ты увидишь ужасных аниматроников-фантомов, сожжение хоррор-аттракциона из FNAF 3 и встречу с настоящим спринтрапом. Это канал FNAF Play, а я Медвежонок Фредди. Это финал игры, друзья, поэтому обязательно ставьте лайки, если хотите, чтобы разработчик сделал продолжение этого хоррора. А сейчас давайте играть. Послушаем Фон Гая, ладно? Дам ему рассказать мне, чё да как. По-моему, у меня камеры стали работать хуже. Чёрт! Чё? Куда он полез? Ты чё, а, слышь? Куда он полез? В смысле, а как? О, в смысле? Я даже Фон Гая не успел дослушать, ты охренел? Я даже не успел Что? Я не успел дослушать Фон Гая, он меня уже убил. Фон Гай, иди в жопу. Чё делать с этим козлом? Чё с ним делать? Кто пришел? Ты кто? Ты кто такой? Слышь, это ты? А ты кто? Подожди, это он. А чё ему надо? А ты как вылез-то? Как ты... Чё вообще на говно? Как он вылез оттуда? Медведь, ты тупой! Иди на сцену! Наконец-то! О, как он меня напрягает сегодня. Напрягает меня капец. Там уже сверху дебил гонится за мной. Давай, быстрее! Медведь, быстрее встань на сцену! Давай! Все нахрен, все. О, встал, хорошо. Сверху, нормально еще, нормально. На марионетку смотрим, на марионетку. Пердун, нет пердуна, хорошо. А где он? Не знаю где, поздно сейчас, все. Спокойно, раз, два. Хорошо. Так, марионетка где? Нормально все. Так, вылез, говнарь, вылез. Спокойно, медведя нет. Ой, спринтрап уснул, реально, он спит. Красавчик. Так, марионетка где? О, нет! Да нет, не ломай мне монитор, пожалуйста, не ломай мне монитор! Все, мне хана. Мне хана! Так, пошел вон отсюда! Пошел нахрен. Все, сломан монитор! Блин! Мы просрали. Нет, утро! 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 В жопу тебя, козлина! Все, мы это сделали. Это была четвертая ночь. Мы ее прошли. Ну, изи вообще. Изи, медведи тупые. Хрен вам, поняли? Четко. Два раза приходил мне. Это было офигенно. Мне понравилось. Мы все-таки раскусили эту игру, и я подобрал нужную тактику. Ни хрена себе, здравствуйте. Внезапно. Марионетка. Он говорил со мной. Он хочет спросить тебя... Что произошло в госпитале? Все, ладно, выбирай первый. Это был паранормальный Фредди, который убил всех пациентов. Действительно ли Вильям сделал все это? Да, он мертв сейчас. Он всех убил, теперь он пропал. Ночь пятая, сразу! Сразу ночь пятая, ё-моё! Это будет жестко, да? Еее, чё всё такое стрёмное, подожди! А чё всё такое? А где? А что? А какого хрена? Чё происходит? Это что за говно? Где пацаны мои? Где они? Нет никого! В смысле? Что? Что, блин? А где все-то? Алло? Тут нет никого, я не понял юмора, что за? А что делать-то? О, ни хрена себе, что это? Это что за дичь? Это что за... А что это? Что это за хрень? Час остался, ребят, час. Я надеюсь... что все будет нормально. Я очень надеюсь, что они не просрут мне всю игру сейчас. Ну, часочек осталось потерпеть, часочек. Быстрее! Успел, нормально, успел. Успел, хорошо, это было жестко. Они были одновременно и там, стоп! Не мешай мне. Так. Вот сейчас было жестко, окей. Нормально. Ага.
Блин, я уже не могу, у меня глаза уже, блин, в разные стороны, я не понимаю, что происходит. Спокойно. В офисе, я так и знал. Так, началось. О, это самая долгая и мучительная ночь. Вот просто. И... аниматроники издеваются надо мной. Как могут. Так. Спокойно, давай, 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 пожалуйста, давай, только не тупи. Только не тупани. Ну давай, 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 давай. Уже почти утро. Только... тихо. Там уже жесть, да, во-во-во, быстрее, быстрее, быстрее! Я успел! Надеюсь, я успел. Ой, надеюсь, я успел, только, пожалуйста, не просри. Нормально, успел. 6 утра, дайте мне, козлы. Тихо. Уже 6 утра, ну! Я видел только что таймер, там было 6 утра, я тебе отвечаю, 6 утра было. Ну! Есть! Мы прошли всю игру! 6 утра! О, я никогда в нее больше не буду играть. Нафиг оно мне все. Escape. Чё? 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 Чё сказал? Чё? Ты подожди, чё? Куда? Кого? Это что? Ты чё, угораешь, что ли? Мне сбежать надо? В смысле мне сбежать надо? Вы чё, с ума сошли? Ой-ой. Ой, нахрен мне жопа, да? Пошли. Тихо! Он меня убьет сейчас! Нет, не убил. Валим! Валим нахрен отсюда! Быстрее! Так, закрыл. Открыл! Красиво, валим! Куда? Туда, сюда пошли. А, да блин! Страшно! Валим! Ой, быстрее, это выход! Это вы... это где выход? А сейф? Нахрена? Чё это? Ключи? А-а-а! Да в смысле? Ты чё? Вы чё? Слышь? Пацаны! Пацаны, не надо! Я ключи хотел взять! Какого хрена? Не-не-не-не-не, пацаны, зачем? Я не хочу в костюм! Охренеть! Они засунули меня в Фредбера! Спокойной ночи? Чё ты сказал? В смысле меня убили? Алло? Здравствуйте. Чё вы хотите? Твои вопросы понадобились тебе для ответов. Это последний вопрос, чтобы выполнить, и ты освободишься. Какой последний вопрос? Какой вопрос? Какой нахрен ты чё? Что это? Это что? Один ушел. Это будет твой финал. Твоя информация в безопасности, помоги исправить то, что произошло. У нас нету дневника, у нас ни хрена нет. Тут какой-то типа аттракцион. Пойдем вперед, посмотрим, что нужно делать. Вау, это же... подожди, это Фазбир Фрайт, это... это хоррор-аттракцион из FNAF 3. Офигеть, это же он. Это мы идем в хоррор-аттракцион, серьезно? Я в шоке, если честно. Ну, погнали. 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 А билет можно купить? Блин, хоррор-аттракцион. Это просто топ. Сожги все и закончится. Мы во ФНАФе 3! Есть! Офигеть просто. Серьезно, пошли в офис. А что это? Камера и игровые автоматы? Это же должен быть офис, подождите. Вы что-то вы напутали. Заброшенный хоррор-аттракцион, я так понимаю, да? Блин, ну это жестко, это очень круто, блин. Надо сжечь аттракцион из FNAF 3. Но он же заброшен, как бы, тут. Тут кто-то есть? Чё это? Чё там такое? Воу, воу, воу. Так, я открыл дверь, хорошо. Это что? Кнопка? Нажать? Повернуть. Мы газ включили. Да ладно, офигеть! Горит! Воу, 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 воу! Эй! В смысле? Надо валить отсюда, чувак! Так, надо валить, срочно валить! Валить! Воу, 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 я ж не успею!
Все, горит, на, быстрее надо, быстрее, быстрее, валим. Валим, 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 быстрее за аттракцион. Это спринт-трап! Нет! Блин, офигеть, это спринт-трап. Подожди, не надо, не трогай меня. Офигеть просто. Слушай, валим, бежим! Нет, беги! Кнопка где моя? Беги! Быстрее, 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 надо валить. Там же дверь открыта, дверь-то открыта, ну. Давай, 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 беги, беги, чувак, беги! Да перелазь ты! Завалила вход! Офигеть просто! Вот это жесть! Вот это финал! Вот это огонь просто, а! Да ладно, мы прошли всю игру, серьезно? Офигенная игра, мне серьезно, она офигенная. Блин, это было очень круто. Это стоило потраченных нервов, это стоило... Блин, Амазон-то топовый. Офигеть просто. Не, ребят, оно того стоило. Я рад, что прошел эту игру, я рад, что я пытался пройти ее, и все-таки у меня получилось. На хорошую концовку, это реально было круто. Мне очень понравилось. Кому понравилось, пишите в комментариях. Блин, но игра огонь на самом деле. Игра очень крутая. Было круто. Мы побывали с вами и в больнице, и в доме Афтонов, и в пиццерии с FNAF 3. Это было, блин, ну офигенно на самом деле. Разнообразная игра. Ночи, в принципе, тоже крутые. Это Бонни? Это кошмарный Бонни! Это реально кошмарный Бонни, офигеть. Или это спринт-трап кошмарный, хрен его знает. Но он прикольно выглядит. Офигеть. Не, игра крутая. Игра очень классная. Да, немножко забагованная. Да, где-то есть недостатки. Но в целом сюжет и... Само исполнение сделано на высоте просто. Вот человек реально постарался. Он выпускал первую финал ночь, вторую часть, третью, четвертая часть была реально самая крутая. Все части, они были, в принципе, по-своему интересны, но вот именно четвертая часть, она является полноценной игрой и не выглядит как какая-то демка. Она реально интересная. Это даже можно, знаешь, приравнять к такому шедевру, как Joy of Creation Story Mod. В принципе, похожие игры, именно в плане того, что они крутые. И эта игра заслуживает того, что мы ее прошли, потому что она реально классная. Может быть, в финале что-то еще покажут, давайте подождем, посмотрим, что ж тут еще будет. Финальная ночь. Точнее, финальные ночи 4. Круто, круто, мне понравилось. Это было реально офигенски. Так, что-то покажут в конце или это все? Оу! О, музей! Офигеть! Мы можем выбрать главу. И концовка, смотри, какая. То есть теперь пиццерия... Это сгоревшая пиццерия! Вау! Нам показывают сгоревшую пиццерию и шляпу Фредбера. И вентилятор. Но вентилятор, куда же без вентилятора? Вентилятор наш старый друг. Я все-таки рад, что у меня получилось пройти эту игру, потому что я сомневался, я думал, что я не смогу, и у меня не получится ее пройти, но я это сделал, я это реально сделал, и благодаря вам, ребят, благодаря вашей поддержке, вы все меня очень хорошо поддерживали, я это очень ценю, и спасибо вам большое, что помогли мне пройти игру, и реально было круто, реально было очень круто. Я сейчас зайду в музей, конечно, и покажу вам, что там есть. Давайте зайдем в музей, посмотрим, музычка такая прям классная. Погнали в музей, посмотрим, что тут интересного. Пойдемте, посмотрим. Тут у нас лежат игрушки. Я не знаю, игра подлагивает, но... Офигеть. А можно как-то присесть? Так, ладно, игрушки. Воу! А музей-то большой, смотри. Давайте все комнаты обойдем, что ли. Дом Вильяма. Давайте посмотрим. То есть мы можем походить по... Да, смотри-ка. Мы прям по... Офигеть, мы можем ходить по дому Вильяма Афтона. Подожди. Блин, это очень круто. То есть мы в игре могли перемещаться только по стрелочкам. Сейчас мы можем прям походить по дому, посмотреть достопримечательности, так скажем. Посмотреть на сам дом, как он сделан. Ну, тут у нас аппарат для как бы этого. Воу! Аниматроники, здравствуйте. Прикольно. Дом-то небольшой, это кусок дома, я понял. Так, смотрите, аниматроники. А, прикольно, смотри, Фоксиан. Здравствуйте, Фоксиан, сгоревший Фредди.
Э, а чё, я не могу пройти, что ли, здесь? Блин. И почему-то одна чика шевелит. Чика на одной ноге, блин, прикольно, да? Блин, такая прикольная чика, она на одной ноге стоит. Офигенно. Вот может же, да? А Фредди вообще без ног. Фредди тупо без ног, ну, ходит как-то, ладно. Смотри, это сгоревший Фокси. А потом сгоревший Фредди и сгоревшая чика. А здесь кто валяется? Это Бонни, да, наверное? Да, это, смотри, сгоревший Бонни. Офигеть. Ему грустно. Ему грустно написано, Бонни, тебе грустно. Да блин, ну как без ноги, без ног, без рук, без головы, конечно, будет грустно. Это логично, в принципе. Бонька приуныл что-то там в углу. Вот, починили бы его, и было бы нормально. Ладно, эту комнату мы посмотрели. Прикольная комната. Прикольная комната. Давайте посмотрим остальные. Мы, кстати, так и не разглядели аниматроников из больницы. Мы их сейчас посмотрим тут повнимательнее. Плохо, что нам нельзя посмотреть скримаки. На скримаки бы я посмотрел. Значит, Фредберс 2017. Это, наверное, та самая пиццерия, да? Воу, да, это та самая пиццерия. Окей. Прикольно, очень прикольно сделано. Так, это у нас марионетка. Как она называется? Марионетка 2017. Ага. Прикольно. У нее на руках балунбой и балунгерл. Ну, это мы все видели, да? Это кто у нас? Это тот самый, да? Кто тут написано? Entwined Фредбер. Угу. Генри сейчас. Это Генри, что ли? Офигеть, ты посмотри. У него внутри реально башка чья-то. Блин, у него рука такая прикольная, знаешь, напоминает мне руку этого, как он называется-то, из Бенди-то, чувак. Короче, рука похожа на руку Бенди. Но он реально очень жесткий такой. Прикольный аниматроник. Спринг Фредбер, типа, да? А почему он тут один? А где остальные все? Тут всего два аниматроника, а где остальные-то? Что-то я не понял. А, это же новая, да, это новая пиццерия, все правильно. Это новая пиццерия, мы еще пойдем в старую. Тут марионетка сгоревшая и почти убитая. Окей, пойдем дальше. Так, следующее. Это 970-й год. То есть это пиццерия та же самая, только нормальная. Вот они, ты посмотри, красавцы моя. Вот ненавижу тебя, козли. Ну, хотя ты нормальный, ладно. К тебе претензий нет, с ним мы быстро справились. Это про... Спринг Фредди, да, это Спринг Фредди. Это Спринг Фредди. Дизайн от Генри был, да? Ой, можно к нему подняться, посмотреть на него. Ха, смотрите, какой прикольный. Прикольный аниматроник. Только как будто он какой-то горбатый, я не знаю. Ну вот опять марионетка, только новенькая, целенькая. Да, блестит еще. Блестит, хорошо. Это у нас Спринг Бонни, скорее всего. С фиолетовыми глазами почему-то. Спринг Бонни, да. Прото Спринг Бонни. Не знаю, почему прото. Прототип. А, это прототип Спринг Бонни. Ясненько. Это Стейдж Бонни. То есть это Бонни, который стоит на сцене. Угу, замечательно. Это у нас Стейдж Фредди. Стейдж Фредди. Вот этот козлина, ненавижу его. Это Фредбер, подожди. А, это просто Фредбер. Это просто Фредбер. Я живу, говнюк. Просто Фредбер козел. Оу! Офигеть! Офигеть, автомат отодвинулся. Вот это да. Там будут... Фантомы, да ну нафиг! Там будут реально фантомы в пятой ночи, которые были, я тебе отвечаю. Офигеть! Это же те са... Они все в крови... Есть! Это бешеный Бонни и бешеный Фредди. Есть! Вот это реально круто, ты посмотри. Офигеть! Они все в кровище. В них кто-то сдох. Кто-то в них сдох. Зашибись, просто огонь. Не, ну Фредди он пострашнее, конечно. Это реально круто, это реально офигенно. Бля, оно того стоило. Это что такое? Туда никак не пройти, да? Туда никак не пройти. Но это было реально круто. Мы с вами увидели еще двух аниматроников. Они спрятаны, да, они довольно секретные. Так, у нас две двери остались, да? Это госпиталь. Госпиталь, это хорошо, там было много аниматроников. Мы их сейчас рассмотрим повнимательней. Блин, у Балунбоя даже шарик есть, смотри. Подожди, как... Вот сесть не могу. Вот плохо, что я сесть не могу. Я бы сейчас присел, посмотрел. Не видно ни хрена. Блин, у него пропеллер прям здоровый. Он может летать на нем, я тебе говорю. Если захочет, может летать. Лёна такой мелкий, я не могу. Рипер Балунбой. Хорошо. Это Мангл, да? Офигеть, Мангл какая стрёмная. Да посмотри. Мангл реально стрёмная. Так, вот она, Рипер Чика. Теперь ее видно лучше намного. Здравствуйте, здравствуйте. Нифига у нее челюсти обосраться может. Ты посмотри. Жесткая.
Так, давайте еще раз посмотрим марионетку. Это капец, ее перекоряздявило, конечно же. Вот это прям вот это вот все, вот это мутант, ты посмотри. Прям жесткий такой, да? Красавчик. Очень стрёмно, но он выглядит прям как бугимен какой-то, реально. Я сначала подумал, что это кошмарный Бонни, это ни хрена не кошмарный Бонни, это кошмарный спринтрап какой-то. А это вот типа Фредбера, да? Тоже прикольный. Поцелуй ему в пятак. Да, вот такой вот есть у нас. Это Фреддик, или это Фредбер? Я застрял, пусти меня. Отлично. Ну прикольно, он немножко в крови, конечно, но что делать? С кем не бывает. Ладно, пойдем дальше. У них почему-то нет глаз. Вот, и смотри. Ой, как. Ох ты ж них! Машина Генри, да ладно. Это что за. Ух ты, тачанка, смотри. Машина Генри. Внезапно, да? Автомобиль! А можно покататься? А почему у Генри синяя тачка? Я вышел случайно, подожди. Жопой дверь задел. Ну, бывает. Так, окей, что у нас тут еще есть? Это у нас что? Маска. Окей, маска. Бонни приносит веселье и игры. Замечательно. Часы какие-то. О, нифига, ты посмотри. Стейдж, аркада, кухня. А, это по камерам он переключался здесь, да? Это бывший офис Генри, офигеть. А это типа Фредбер, да? Старая модель Фредбера. Нифига, смотри, он злой какой. Это злобный Фредбер какой-то. Это Фредбер-хейтер, ё-моё, ты посмотри. О, там что, двери какие? Что это за двери? Что за двери? Что за двери? Двери охраны. Да какие обычные двери, что? Может, это портал в другой мир? Ой, а это железная, да? А, это железные двери, ё-моё. Ну и все, вроде посмотрели. Ну, тачка прикольная, ладно, окей. В общем, благодаря вашей помощи мы прошли игру на хорошую концовку и освободили души всех аниматроников. И, конечно же, посмотрели музей. Лично мне игра очень понравилась, и я думаю, она точно заслуживает лайка под этим видео. А пока будем ждать новых фанатских игр FNAF, которые появятся уже в новом году. А сейчас всем удачи и пока!